Привет! В этом видео я хочу рассказать о том, как уменьшить нагрузку браузера Firefox на ваш процессор и вашу память. Если вы замечаете, что Firefox браузер начинает тормозить, либо из-за него начинают тормозить другие приложения, запущенные на этом компьютере, либо у вас есть подозрение, что Firefox занимает слишком много процессорного времени, замедляет работу компьютера, то предлагаю попробовать сделать следующие действия. Заходим в функцию «Выполнить» для этого, либо в поиске вводим «Run», нажимаем левой кнопкой мыши, либо ту же самую функцию можно получить, нажав клавишу «Windows» и клавишу английскую «R». Клавишу, и в этой строке вводим такую команду firefox.exe пробел минус большая P английская. Нажимаем ОК. Появляется вот такое окно, и мы должны удалить профиль. Тут могут быть несколько профилей. Удаляем профиль. Выбираем Do not delete files, что означает не удалять файлы. Выбираем второй профиль. Ну, можем не удалять. Сначала попробовать один удалить. Но я попробую удалить оба профиля. Delete profile. Do not delete files. Не удалять файлы. Далее мы нажимаем Create profile. То есть создаем новый профиль. Next. И придумываем какое-нибудь имя. Любое имя. Придумываем любое имя профиля для нашего пользователя, для нашего нового профиля. И нажимаем Finish. У нас создался новый профиль. И дальше можно выходить. Проверяем. Профиль создан. Создание нового профиля чаще всего решает эту проблему. Еще вариант попробовать. Это проверить, не установлено ли у вас, точнее, не включено ли у вас одновременно слишком много расширений. Если даже включено немного расширений, то методом, так сказать, исключения понять, какое из расширений больше всего тормозит вашу систему. Возможно, это расширение не из официального магазина, какое-то стороннее расширение. Либо расширение это устарело, может быть, его надо обновить. Либо попытаться найти замену этому расширению на аналогичное. То есть наличие одновременно включенных нескольких расширений также может съедать память и замедлять работу компьютера. В общем, надеюсь, эти два действия, либо одно из этих действий, поможет решить вашу проблему и ускорит работу компьютера с браузером Firefox. Если видео было полезным, ставим лайк и подписываемся на канал.